Все лето в Орленке работала школа «Шахматы для всех». Прийти и поиграть могли любые желающие, причем занятия проходили абсолютно бесплатно при поддержке Министерства спорта и администрации города. А сегодня здесь же проходят заключительные соревнования сезона. Шахматы – это древнейшая интеллектуальная игра. Ее прообраз зародился еще в 600 году до нашей эры. И по сей день эта игра считается одной из самых сложных настольных игр. Овладеть игрой в шахматы далеко не всем по силам, но попробовать все-таки стоит. Задумка полностью удалась. В течение всего лета на шахматной площадке проводились соревнования. Приходили просто любители шахмат, которые играли здесь. Приходило много детей, в том числе дошкольного возраста, приходили ветераны, которым уже более 70 лет. То есть общее число участников превысило 700 человек. Бои очень шли жаркие, то есть тут ли иногда доходило дело чуть не до драк, то есть хоть шахматы и игра интеллектуальная, спокойная, но страсти кипели на доске, как и в самом там жестком виде спорта. Исходя из итогов сезона, можно сделать вывод, что такое мероприятие пришлось по душе многим горожанам. Кто уже умел играть, приходил сюда за опытом, а кто только хотел, приходил учиться у опытных мастеров. Словом, и те 100% остались довольны и провели это лето с огромной интеллектуальной пользой.